Здравствуйте, в эфире программа «Арт-код». Шифр для вас буду подбирать я, Анна Руда. Выставку аршанского мастера литературознавства видела публика уже 9 белорусских городов. Наконец-то уникальная возможность посмотреть на нее появилась и у гродненцев. Код к экспозиции подберем в нашем первом сюжете. Вначале было слово, а точнее алфавит. Аршанский художник Павел Сидорович привез в Гродно проект литературознавства, вдохновленный белорусским алфавитом. Детская городская библиотека номер 6 ежегодно встречает День белорусской письменности вернисажем. И в этом году праздник белорусского слова открывает выставка черно-белой плакатной графики. В экспозиции представлены 34 работы, которые соответствуют 34 буквам белорусского алфавита. И это каждая работа представляет собой вот символы, предметы, которые начинаются на одну букву, и вот связующим звеном между ними является символ человека. Герой всех графических композиций – человек, как говорит сам художник, хлопчик. Каждая буква – новое действие для героя, для зрителя – новый смысл, даже ребус, который хочется разгадать. Все рисунки сопровождаются подписью на белорусском языке. Эти строчки объясняют, что происходит на бумаге, но не дают ключ к пониманию авторского замысла. Каждый человек сам для себя складывает буквы в слова. Каждый видит это на свет по-иншему. И вот поглядеть на какую-то его, такую складанную работу, и можно бачить своими очами, на вот эту первую букву алфавита, букву А, який отримал оловковый автомат. Тут могут быть разные, но такого шоку мы не увидели. Плакат как жанр всегда разговаривает со зрителем, заставляет нас остановиться и разглядывать детали. Павел Сидорович в своих работах размышляет о белорусской культуре и языке. Здесь есть и юмор, и сатира, понятная скорее взрослому, чем ребенку. Но для детей это увлекательный способ повторить белорусский алфавит и пополнить словарный запас. Да, более взрослый, но тем не менее школьникам интересно это. Их увлекает, они начинают думать, там, как-то рассуждать. То есть, возможно, вот эти вот жесткие сюжеты, которые у меня вот присутствуют, они вот как бы стимулируют вот, к размышлениям. То есть позволяют, ну, человеку позволяют начинать думать. Павел Сидорович по образованию экономист, но уже больше 10 лет посвящает себя графике. Аршанский мастер обращается к социальным темам, сюжеты берет из повседневной жизни. Гродно уже 9-й город, который знакомится с серией плакатов литературознавства. Работы художника уже видели во всех областных центрах. Гродненцы могут изучать белорусский алфавит в такой неожиданной интерпретации в течение 2 месяцев. Хороша книга только если автор высказывает в ней то, что следует и как следует. А выбрать вам истинно хорошую книгу поможет наш книжный обозреватель Зинаида Крылова. Любая ссылка на чудеса, на удивительное, на неизвестное всегда беспроигрышная. Хотя бы потому, что все мы родом из детства. А для ребенка каждая сказка открывает новый мир. Волшебство, невероятные приключения, страшные тайны, храбрые герои и обязательно победа добра над злом. Все это сказка. В нашем белорусском издательстве «Мастатская литература» в этом году появился новый замечательный проект «Вечерняя сказка детям». Первая книга из этой серии у меня в руках, и в ней лучшие сказки народов мира на весну. Вообще в серии будет 4 книги, как вы понимаете, по одной на каждое время года. Итого мы получим 365 сказок на каждый вечер. Заметьте, 88 народов в этой серии. Собственно, 4 книги, и в каждой дивные иллюстрации Насти Капульцевич. Среди авторов Лев Толстой, Виталий Бианки, Мамин Сибиряк, Максим Танк, братья Гримм, Ханс Христиан Андерсен и многие другие. Есть сказки афарские, сказки афганские, тибетские, нанайские, шведские,
даже гавайские, ну и наши белорусские обязательно. «Каждый вечер – сказка детям» – второе название проекта. По-моему, меткое. Ну, вы же читаете своим детям, правда? Это минуты настоящего подлинного родительского счастья. И как жаль, что они не вечны. «Вечерняя сказка» – круглый год. Найдите эту книгу обязательно. Творчество Григория Чхартишвили известно нам и по его литературным маскам тоже. В современной историко-приключенческой литературе на постсоветском пространстве Акунин бесспорно номер один. Так вот, альтер-эго Чхартишвили, некий замечательный литератор Анатолий Брусникин, написал дивную вещь. Но обо всем по порядку. У Акунина, если кто помнит, были две книги версии классиков «Гамлет» и «Чайка». Так вот, Анатолия Брусникина заинтересовал лермонтовский герой нашего времени. Эта книга у меня в руках. Вот она, «Герой иного времени». И я смело могу рекомендовать ее как чтение увлекательнейшее. Господин Брусникин не даст заскучать никому. Даже если вам покажется, что все уже известно наперед, то либо сюжет совершит крутой поворот, либо сменится рассказчик. Если вы захотите, то да, вы можете сходу даже догадаться, что офицер Мангаров, военный, путешествующий по Северному Кавказу 19 века, это Печорин, а генеральская дочка Дарья Фигнер, прообраз княжны Мэри, это если вы захотите, а можете и не догадываться, и прочитать совершенно отдельный роман. Все герои существуют в сюжете по-голливудски детективном, выстроенным по новым канонам, с заговорами, со взятием заложников, с какими-то тайнами, с перестрелкой, с погонями по горным тропам и непременным финальным разоблачением главного злодея. Герой нашего времени вот этого героя оценит. Правда, герой иного времени своей эпохи не подходит тоже. Но боюсь, что это уже из разряда тем вечных. И да, друзья, как все заканчивается. Почитайте обязательно. Анатолий Брусникин, «Герой иного времени». И напоследок цитата вот из этой книги. «Жизнь вышла не триумфом и не праздником, как мечталось мне в 23 года. Злоключений в ней было больше, чем приключений, а неудач больше, чем побед. Не верю людям, которые, оглядываясь на прожитые годы, гордо восклицают, ни о чем не жалею и ничего не стал бы исправлять. Я и жалею, и исправил бы. Да где уж?» Читайте и помните слова «Создают миры». До встречи! Художники создают целые миры, но иногда и выдуманные герои могут стать частью реальности. В одной из галерей города поселились красивые и загадочные куклы. Международная выставка авторской куклы «Панна Доли» собрала работы мастеров из Беларуси, Украины и России. Нашу страну представили две гродненки – Екатерина Невгинь и Елена Мишина. В детстве я обожала рисовать, лепить из пластилина и всегда мечтала стать художником. Но спустя только многие годы моя мечта воплотилась в жизнь. Моя первая кукла появилась в 2011 году. Это была торговка молоком. И в тот момент я поняла, что вот это то, что мне нужно, с чем мне нужно работать. Это нравится окружающим и мне самой. Елена Мишина представила на выставке портретные куклы, копию самого известного чудака Голливуда Чарли Чаплина и героев картины Василия Пукерева «Неравный брак». Они не только похожи на оригинал, но и отражают характер своих персонажей. Создание портретных кукол – кропотливая работа. Чтобы пара с живописной картиной попала в наш мир, Елена трудилась 4 месяца. Кукольные копии получились очень похожими. Кажется, что Чарли Чаплин только сошел с экрана огней большого города.
Чтобы образ получился цельным, мастеру нужно выбрать подходящий наряд для куклы. В 17 веке французские барышни именно на куклах рассматривали новинки моды. Кукольные мастера изготавливали для каждой заказчицы индивидуальные модели. Так все новые фасоны платьев сначала примеряли куклы, и только потом француженки. На этой выставке представлены куклы из папье-маше, вот, но также очень люблю делать из шерсти, то есть методом сухого, мокрого валяния. Куклы получаются, звери сказочные, то есть полимерная глина, то есть запекаемый пластик тоже присутствует. В экспозиции представлены интерьерные куклы, но некоторые из них имеют конструкцию шарниров. Такие куклы похожи на современных Барби, у них двигаются руки и ноги, но все же играть с такими красавицами жестоко, они очень хрупкие. Каждая кукла уникальна, все детали от каркаса до пуговицы платья выполнены автором вручную. Даже взгляд у каждого персонажа особенный. Создание кукол требует кропотливой работы. Это очень все непросто. Кукольник должен быть и скульптором, и художником, и парикмахером, и дизайнером, и стилистом, и даже сапожником. Сейчас в мире существует очень много кукольников, искусство куклы очень востребовано. Первая художественная авторская кукла была создана в единственном экземпляре во Франции в 1881 году. Это была восковая статуэтка «Маленькая танцовщица», одетая в настоящее платье из ткани. Ее автором был художник Эдгар Дега, знаменитый импрессионист. И сегодня мастера кукольных дел – талантливые художники, которые владеют разными техниками. Их работа сравнима с ювелирным искусством. Потому авторские куклы стоят немалых денег. Во всем мире коллекционеры охотятся за образцами, казалось бы, игрушечного искусства. И, возможно, именно куклы из экспозиции «Панна Доли» скоро тоже попадут в чью-нибудь коллекцию. А это значит, что нужно поспешить, чтобы их увидеть. Девятого сентября на сцене драматического театра состоится комедия «На всякого мудреца довольно простоты». Егор Дмитриевич Глумов – человек чертовски обаятельный и привлекательный. Он умеет расположить к себе и консерватора, и реформатора, и скучающую светскую львицу, и очаровательную юную особу. Обаяние Глумова столь велико, что за ним незаметны истинные мотивы его поступков. Окружающие не замечают, что он ищет выгоду лично для себя, чтобы уверенно подниматься по карьерной лестнице, окружать себя благами и нужными связями. Даже по прошествии более сотни лет с момента первой публикации пьесы мы с удивлением обнаруживаем, насколько она современна, ведь времена меняются, но нравы остаются прежними. 10 сентября зрители драматического театра увидят спектакль «Свободная пара». Герой пьесы, инженер Мамберти, предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его свободным, без взаимных обязательств и верности в любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя. Дарио Фо превратил эту обыденную историю в искрометную комедию, преисполненную глубоким смыслом. Герои, наделенные тонким чувством юмора и самоиронии, вспоминают и проигрывают на публике свою многолетнюю семейную жизнь. Они невольно рассуждают о вечном, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен приемом театра в театре, а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по делу о супружеской неверности. Среди шуток и остроумных диалогов возникает вопрос, когда двое прожили вместе много лет, уходит ли любовь? И неужели измена – единственный способ окрасить семейную жизнь? 10 сентября на малой сцене драматического театра состоится спектакль «Оскар и пани Роза». Как жить, когда все очень плохо, когда врачи не обещают ничего хорошего, когда друзья не отвечают на вопросы, а родители боятся посмотреть в глаза? Главного героя повести «Оскар и пани Роза» судьба сталкивает именно с такими пограничными вопросами. И судьба дарит ему удивительную встречу с невероятной тетушкой Розой, у которой получается совершить чудо – научить 10-летнего мальчика мужеству, терпению и просветлению. Она смогла доказать очень молодому человеку, что возможно за 12 дней прожить наполненную событиями, победами, дружбой и любовью жизнь.
11 сентября на малой сцене драматического театра состоится монолог – музыкальный моноспектакль Ирины Гаранкиной. Монолог – это вечер песен, романсов и поэзии. Это музыкально-поэтический рассказ женщины о женщине. Каждая песня или романс представляет собой мини-спектакль со своим законченным сюжетом, который предваряется небольшим поэтическим эпиграфом. Героини этих сюжетов совершенно разные. Это и обыкновенная женщина, которая только что вернулась с работы, и ставшая легендой великая танцовщица Айседора Дункан. Их объединяет одна общая черта, одно желание – любить и быть любимой. Именно эта мысль является стержнем всего спектакля. 13 сентября к юбилею главного режиссера театра «Кукол» Олега Жугжди покажут спектакль «Сон в летнюю ночь». Это история счастливой любви о духах и их проделках. Если кто-то решил, что она слишком невероятна, пусть думает, это было просто видение. Безобидный сон в летнюю ночь. 14 сентября на малой сцене драматического театра зрители увидят легендарную комедию о несчастливом крестьянине, его жене Маланке, жиде Давиде и черте, который утратил смысл жизни. Обиделся крестьянин на самого Адама, праотца человечества, за то, что Адам нагрешил, а за грех его виновны мучаются простые люди. И вот в один из таких страдальческих дней появился крестьянину сам черт. Предложил черт крестьянину испытать себя, мощь свою человеческую и свободу проверить. И не просто так, да за деньги, выдержит ли крестьянин экзамены. 15 и 16 сентября на сцене Гродненского театра «Кукол» пройдут гастроли театра юного зрителя. Публика увидит спектакль «Одноклассники». Если ты участвуешь в розыгрыше, то ружье – это то, что надо. Павел внезапно понял, что жена изменяет ему со школьным другом, и это не единственный ее любовник. Таинственная незнакомка, неожиданный выстрел, смех и слезы, любовь с первого взгляда – вот он путь к подлинному счастью. Хотели бы вы оказаться на месте Павла? Хотели ли бы вы такого счастья? Гродненский выставочный зал предлагает вам уникальную возможность перенестись в прошлое и погрузиться в атмосферу эпохи динозавров вместе с коллекцией ящеров, сделанной по проекту Оксфордской библиотеки. Вы сможете увидеть наиболее интересных представителей доисторических гигантов, начиная от самого большого тираннозавра Рекса и заканчивая малышами-динозавриками, которые только что вылупились из яиц. В сенаторском зале нового замка проходит выставка «Прощай, миллионер. История денежного обращения на Гродненщине в конце 18-го – начале 21 века». На экспозиции представлено более полутысячи экспонатов. Среди них казначейские билеты повстанцев Тадеуша Костюшка и огромные 100-рублевки с портретом Екатерины II, и немецкие оккупационные марки с замком крестоносцев в Мариенбурге и многое другое. Продолжается выставка живописи по итогам международного пленэра сакральной архитектуры Беларуси. Участие в экспозиции приняли 18 художников из Польши, Украины, Литвы и Беларуси. На пленэр приехали как начинающие молодые художники, так и истинные мэтры живописи. Поэтому и неудивительно, что финальная экспозиция получилась такой разножанровой. Также в пленэре приняли участие такие маститые белорусские авторы, как Валентина Шоба, Валерий Стратович, Андрей Филиппович. Их работы легко узнаваемы и по-настоящему проникновенны. В целом, работы, созданные за время пленэра, заставляют публику взглянуть на родной город под новым, порой неожиданным ракурсом и еще раз напоминают об истинных духовных ценностях. От прибавления времени бесконечность не становится дольше. Бесконечно наполняйте свою жизнь прекрасным. Шифр для вас подбирала Анна Руда. Увидимся ровно через неделю.